Всем привет, друзья! С вами снова Лавка Удовольствий. Я Александр Манек. Ребята, очередные чумачечие дни в антикварной лавке. Поехали! Друзья, и перед тем, как мы начнем ролик, у нас сегодня Леша, фартовый коллекционер в гостях. И... Леш, что это ты за монетку нам принес? Это совка. Это совка, это юбилейная монета Украины с тампо-печатью. Друзья, значит, смотрите, сегодня Леша хочет разыграть от канала Лавки Удовольствий и от канала Фартовый Коллекционер вот такую вот шикардосную монетку. Значит, что нужно для того, чтобы получить эту монету? Прежде всего, друзья, надо подписаться на канал Фартовый Коллекционер. Надо найти на канале вот это вот видео, которое я сейчас показываю вам на экране. И в комментарии под этим видео написать, что вы от Лавки Удовольствий. Привет от Лавки Удовольствий. Что угодно со словом «Лавка удовольствия», чтобы я видел, что вы участвуете в конкурсе. И мы с Лешей рандомно выберем среди тех, кто прокомментировал и подписался на канал, победителя вот этой шикардосной монеты. Да, важно, чтобы подписки были открыты, чтобы сервис, который будет случайно определять, увидел, что у вас открыты и есть подписка. Потому что в противном случае вы не сможете принять участие. Обязательно проверьте. Да. Друзья, у Леши скоро на канале 50 тысяч. Я думаю, что мы своим вот этим вот розыгрышем поможем ему добавить необходимое количество подписчиков. Друзья, у нас снова подписчики. Приятно очень. Саша. Спасибо. Роман. Роман, расскажите, вот эта вот монетка... Выкопана монетка. Сам копаешь, да? Да. А где нашел такую? В Харьковской области. Балаклейский район. Супер. Пакую по ссылке, руки грязные. Монетка. Возможно, можно с ней что-то сделать, ну, да? Может, получится восстановить, то человек. Может, понял, у него в коллекции покажем, такой нету. Покажем. Спасибо большое. Может, и нету. А это у нас. А ну, помоги. Елизавета. Весь в подарках, как обычно. Какие вам больше ролики нравятся? Не, перебор. Перебор? Да. А вы тоже украинскую ходячку перебираете? Ну, да, перебираю. Ой, спасибо, классная монетка. И какие самые были крутые находки? Ну, бублики. Бублики? Ну да. А такого... что-нибудь такое за тысячи? Да нет, такого нет. Ну будет, скоро будет. Спасибо вам, спасибо. 95-й, 95-й. Ага. 95-й есть гривна. А, ну, так, круто. Уже. Больше ничего. Так понял. Круто. Ну, удачи вам. Спасибо. Чтоб ты красиво был, то потом скажешь. Ну, вот ты всегда снимаешь, когда уже я этот... Лен, я, короче, хочу Мише показать. Сегодня рассказываю тебе историю сегодня. Вот такая история как раз для ролика. Кстати, здравствуй, Миша, пришел? Короче, не успел зайти, уже что-то рассказывать. Приходят сегодня подписчики постоянные, вот, и говорят: Саша, сейчас все выйдут, мы тебе кое-что предложим. Семейная пара, влюбленная, ну, такие вот, именно нарядные с самого утра, ну, и всю жизнь, походу. Вот, такие прям опухшие-приопухшие, говорят, короче. Ботекс натуральный. Мы нашли автомат Калашникова, Саш, только боимся, чтобы нас не приняли, оставили на шухаре там этого самого, в мусорке нашли. Я говорю, он хоть не в крови, нет? Они говорят, нет. А мне же интересно, думаю, ну, говорю, ну, я куплю, принесите. И они такие, а нас точно, ну, как тут лучше обойти там? Я говорю, вы просто замотайте и несите. И тут такая, знаешь, как в матрице, в плаще, они идут оба. Один другого прикрывает, знаешь, перебежками. И достают вот такую вещь. Вот так его принесли. Боже, понял? Ага. Вот. Ну, выглядит вот если вот с мешка доставать. Ну, совсем далеко. Ну, далеко, но похоже. Но просто, что здесь написано Made in China, понял? Вот. Ну да, и он весь как бы пластмассовый. Ну, это уже, ты не придирайся. Просто, насколько люди, они оставили друга посторожить. Представляешь? Говорит, рожка тут нет. Я говорю, а вы что, не обратили внимания, что тут под шарик, под, ну... Ну да, типа пневматик. Поэтому, Миш, сегодня вот такой вот у меня... Еще и рабочий. Да. Класс? Ну да. Так что у меня сегодня вот такая история. Жалко, рожок. Я сегодня находил так вот. Не, ну просто представляешь, люди нашли, как они... А ты если без масок заходят, ты сразу вот помогаешь. Доработать напильником надо. Не, вот здесь он немножко отстал, видишь? Не, я думал, какой-то строкбольный, видишь, здесь есть
Ну, то не, страхбольный он... Потяжелее? Нет, там он идет один к одному по весу. Он из металла. Видишь, смотри здесь, хоп, автомат, очередь. Просто, серьезно. Ирожок, я говорю, слышишь, ну там он хоть не в кровище, нет, ну представляешь, нашли. Охренеть. Класс? Да, прикольно. Нравится тебе? Да. Так что, ребята, сегодня мы вот. Поэтому, если у тебя есть какие-то вопросы, мне нужна твоя одежда, штаны и мотоцикл. Забирай. А мне нужен мяч мой. Со своим мячом. Класс? Да. Ребята, век живи, век учись, позорище. Пришла бабушка. Я у нее купил, ребята, вот такую шикардосную трубку, посмотрите. Оп! Ха-ха. Кто это? Ну, какой-то вояка. Так. Вот такую трубку купил. Купил такой вот нож восточный. Ну, он не восточный на самом деле, он, наверное, зоновский, потому что ручка сделана вот шикардосно, видите, ножны вышитые, но на лезвие нержавейка 7 рублей 50 копеек написано. Поэтому, ну, скорее всего, просто вставили готовое лезвие в такую ручку. Но самое интересное не в этом. Я купил еще книжку старую, дореволюционную. Но самое интересное не в этом. Она вот положила мне вот эту вот конфетницу. Она такая легкая. Вот. Но я смотрю, что она шитая. И я говорю, бабуль, ну мне вот эта вазочка, ну, реально, ну, не нужна, наверное. Она говорит, сам ты вазочка. Это моя свадебная шляпа. Я говорю, бабуля, прости, все, куплю. Ты как узбек какой-то в этой шляпе. Выходи за меня. Я уже вышла, слава богу. Короче, ребята, я в шоке. Ну реально, смотрите, а знаете, похоже на такую шапку. Да не шевелись. Такую шапку носила вот эта баба, которая отравила в «Игре престолов» этого придурастого мальчика, который издевался над... который казнил отца, поняла? Соберись. Ну, не Ланнистера, помнишь, которую потом отравили в конце? За яд заставили пить этот однорукий дядька. Ты поняла? Вот такой точно чепчик был. Дореволюционный. Первый раз у меня, ребят, вот такая свадебная красота. Друзья, у нас снова подписчики в лавке. Здравствуйте. Здравствуйте. А что вы за красоту нам такую принесли? А это вот ваш логотип. Класс. Каналом на пластиночке в виде часов. Сами делаем. Класс. Можно глянуть, да? Ребята, посмотрите, какая у нас. Вау. Ну, такого еще мне не дарили, ребята. Так это вы делаете прямо вот, это ваша работа, да? Да, да. Супер. Любой логотип можно нанести и будет. И скажите, а сколько такая работа будет стоить? Вот если у меня подписчики увидят, захотят. 350. 350 гривен, да? Супер. Это вот с механизмом, да? Да, с механизмом. Супер. И можно вешать ее на стену. Даже здесь зажим такой. Вообще, ребята. А ну вот подержите, дайте я со стороны посмотрю. Вообще огонь. Слушай, оно так переливается. Ребята. Сейчас сделаю фотку себе в Инстаграм. Просто супер. Рассказывайте, а вот это что такое? А вот объемный портрет наших лучших футболистов. По достижениям Ломаченко, Владимир футболистов? А я и смотрю, что что-то на футболистов, на усиков похож. Боксер. Ага. Ломаченко, Владимир Кличко, Усик и наш земляк Гвоздик. Ага, я вот этого не узнал. Ломаченко очень похож, Кличко в черном цвете. Я бы так, если бы он один был, я бы не узнал. А вот Ломаченко вообще очень похож. Усик тоже. Супер. Так, а это, ага, вот эта вещь такая, она... Это из чего, фанера? Да. Это вы вручную вырезаете? Нет, лазерный станок, все на ЧПУ делается. Рисуем, вырезаем, супер, красим, собираем, супер, клеим. Под заказ. Так, то есть я могу... А, любое лицо, вот что я хотел спросить. Под заказ, да. То есть, если у меня есть фотография какая-то, вы можете сделать по фотографии? Да. Ага, так, а теперь расскажите, сейчас соображу. Ну, то есть, мне не обязательно заказывать у вас
какие-то 4 там сюжета, я могу одного человека заказать, да? Да. Один человек, и там идет тарификация от количества. Здесь 2 слоя сделано, можно 3-4 слоя сделать, будет объемный портрет. Ага. И то есть одно лицо — это одна цена, размеры договоримся тоже. Все, ну, я услышал. Это одна цена, ну то есть все по договоренности. А вот это, вот 2 слоя, это значит, вот я держу, трогаю одну фанеру, а да, эту вторую. Да, а 3 это еще будет выше, да? Ага, я понял. Супер, супер. Ну надо будет что-нибудь вам придумать и заказать такое. Подумаю. Супер. Спасибо. Спасибо огромное. Ребят, если кому-то хочется заказать вот такую вот вещь, я же так понимаю, здесь тоже можно придумать не только надпись, а... Лицо, да? Знаменитых певцов. Круто. Любых. Круто. У нас есть System of Down, Linkin Park. Ага, я сейчас покажу сейчас. Виктор Цой. Понял, спасибо. Ребята, посмотрите, какие еще существуют вариации, то есть можно любой рисунок сделать. Ой, друзья, доброе утро. Новый год свято наближается. Все в елочных игрушках. И сейчас покажу вам, пришли наконец-то, ребята, с Виолити. Все, кто смотрел мой ролик, оставлю обязательно ссылочку в описании. Пришли покупки мои с Виолити. Сегодня купил 830 с копейкой часов. Каких здесь только нет. И советские, и китайские. В общем, ребята, здесь богатство. Богатство. И новые китайские, ребята. Поэтому добро пожаловать в лавку. Оденем вас на свадьбу, юбилей, встречу одноклассников. Тонометр, ребята, мерить давление приобрел. Фотик. Очень много по мелочи. И еще одна посылочка. Сейчас все откроем, все вам покажу. Друзья, все вы видели в ролике, как я сделал ставку на значки. И вот они ко мне пришли. Разряд. Кандидат в мастера спорта. Юный активист спорта. Здравствуйте. Далее, ребята, идем. Третье место. Первенство области. Что у нас здесь еще? И вот такой вот шикардосный знак. ГТО второй степени. Все вот это вместе было приобретено, вы помните, знаки СССР за 231 гривну. Так что сейчас развешу и посчитаю. Так, ребятки, открыл вторую посылочку. Давайте смотреть, что здесь у нас приехало. Ага, вы помните, я сделал ставочку на вот этих вот куриц, на вот эти статуэтки. У меня сейчас в лавке, ребята, статуэтками так заполнено все. Показывал в Инстаграме. Вот эти вот все рюшечки приехали. Обязательно оставлю вам на свой Инстаграм вот здесь сносочку. Подписывайтесь обязательно и первыми узнавайте обо всех моих новинках. Итак, переходим дальше. Тут целый приехал курятник. Красота. Так, ребята. И вы представляете, вот спрашивается, вот эти все статуэтки я купил за 300 гривен. Вы также помните это все в ролике, который я назвал «Барахолка на Виолите». Сейчас посмотрим. В общем, здесь огромное количество, друзья. Сейчас я их разверну и все выставлю на стол. Ребятушки, ну что, за 300 гривен я купил вот такой вот курятник. Здесь получается 9 статуэток. По-моему, их в лоте было даже меньше, если я не ошибаюсь. Но не суть. Ребят, за 300 гривен и 77 я заплатил за пересылку. Здесь в описании было вот в одного на носике вот такой вот скольчик.
все остальные в шикардосном состоянии. Кто их производитель, мне не очень понятно. Здесь завод керамики, какой точно сказать не могу, но они, по-моему, все разные. Здесь есть какие-то троечки стоят, номера. Видите, может быть, какая-то иностранщина. В общем, ребята, купил вот таких вот цесарок, чьи-то они там, Новохудоносоры какие-то, в общем, птицы интересные, кто знает, как они называются. Я даже не буду называть первым, потому что мои подписчики всегда меня подправляют. Ты что, не можешь отличить баклана от цесарки? Ребят, ну вот такие вот красивые птички у нас сегодня в лавке. Поэтому не пожалейте лайкосик. 377 гривен, вот такая вот покупка. А вот куда ее поставить, сейчас буду думать. Надеюсь, что данный ролик вам понравился. Обязательно поставьте лайкос под видео. Если вы смотрели мой ролик, еще не подписаны на мой канал, не пожалейте, подпишитесь. А я буду стараться для вас снимать еще более интересные сюжеты. Увидимся. Добрый вечер, эй, полегче, пусть он будет бесконечен. Это вечеринка, просто класс. Этот вечер не подвел, я почти уже ушел. И тут она выходит на танцпол. Но почему я просто не пошел домой? Затем сказал я, что сегодня холостой. Я танцевал, что так не снилось никому. Класс.